Привет, красавицы. Вы что, колючую ежевику кушают? О-о-о. Представляете? Ежевику кушает. Супер. Супер встреча, да? И тетя там. Привет! Всех приветствую на моем канале «Марафон здоровья и разговор на марафон». 292-й день, как я хожу и свою ходьбу называю марафоном. Потому что без остановок каждый день, да? Сегодня пройдено очень много. Почему? Ну, так получилось. Сначала зашла, покушала, так бы последний раз, думаю, ну уже ежевика отходит, нужно еще покушать. Вот. А потом, как всегда, новое растение, давай, прошлась, просмотрела, что-то такое на новое растет. И репешок есть, и девисил есть. В общем, ну не лес, а просто клад. Так что выходите на ходьбу, набирайте здоровье, а вот эти букетики просто уже будут вам не как лекарство, а просто как букетики. И букетики не понадобятся, да, потому что ходьба лечит все, дыхание у нас лечит все. Вот. Так что я находилась. И что еще? Я вот, если вы начнете ходить, такое вам сразу скажу. Не здоровайтесь. Не здоровайтесь ни с кем. Потому что это потом получается. Раз поздоровался, два поздоровался, три познакомился, четыре общаешься. И это получается не ходьба, а клуб знакомства, да? Да. Нет, это я шучу. Здороваться нужно, но просто какая-то цель у тебя. Здравствуйте и бегом идти. Бегом, спешу, иду. Время нету. Знакомство это все-таки хорошо. И здороваться нужно всегда. И даже если вы выходите из лифта и не знаете, знакомые, незнакомые люди, здороваться нужно всегда. Потому что люди, которые перестают здороваться, это или просто невоспитанные, или даже у них уже проблема, как говорится, с головой. Так что не будем допускать до такого, да, себя. Вот. А сегодня я еще позволила, как говорится, пообщаться с людьми. И они меня потащили за Шелковицей. Я говорю, да Шелковицы уже нету. В общем, прошлись. Так что у меня километраж уже сегодня очень большой. Двойной, можно сказать, километраж. Прошлись за Шелковицей. Шелковица, конечно, шикарная, огромная такая, сортовая. Наелись шелковицы. Наобщались с животными, козочки, в конце видео поставлю. Аист спокойно там прогуливался среди козочек. Пони, лошади, ну слушайте, полный зоопарк. Так что я сегодня как будто побывала в зоопарке. Супер. А потом мы идем обратно. Это вот я так оторвалась на минутку. От коллектива, так сказать, уже. Потом к ним еще одни знакомые присоединились. Все. Это шабаш какой-то получается у нас, а не ходьба. Нужно просто действительно какую-то цель отказывать. Что все-все, иду по времени, шагаю, считаю шаги, что угодно придумывать. Потому что это вот, конечно, такие скоро посиделки будут. Кстати,
уже и приглашают, уже, говорит, и самовар есть, и травы, сборы всякие есть. Так что выходите на ходьбу, общайтесь с людьми. Да, а потом на обратном пути идем уже. Я вижу, что по одному цветочку рвут. Я говорю, это же возле дороги. Они говорят, нет, это все нормально, это не считается в лесу. Я говорю, ну вы что, не знаете, где нарвать пыжму? Ее говорит, в этом году нету. Я говорю, да полно, просто вы мест не знаете. Еще завернули, еще кружок сделали. Я показала людям, где растет пыжма. Вот, так что сегодня у нас полный расслабон. Вот. Ну, иногда тоже так можно. Вот, так что мы уже и договариваемся о каких-то посиделках. Но это нужно. Это тоже нужно. Я в шоке сама с себя. Дома меня будут ругать. Ну хорошо, хоть есть наварено. Не могут ко мне подкопаться, что я долго хожу. Что, нянька вам нужна? Кушать готово? Готово. Обойдетесь без нянек. Так что еще такой тоже совет. Не будьте няньками всю жизнь. Повырастали дети, мужья повырастали. Научите их самим пользоваться ложками. Ну, готовить это святое, да. Что приготовлено было, это да. А вот чтобы умели готовить, сами пользоваться, говорится, микроволновками и ложками, это да. Так что два таких совета, да? Здоровайтесь со всеми. И научите своих ближних кушать, да? Самим. Самим. Не так. Что-то я не то сказала, но болтовня все-таки сказывается, что мы сегодня я наболталась, наобщалась, что свой разговор, марафон, как бы, можно сказать, и не провела, да? Не поумничала ни о чем. Ну, даже вот, как говорится, ни о чем говорила, но тоже о чем. А тоже о чем. Заметно, да? Заметно. Усталость. Да. Скажите, а где усталость заметна? Язык устал болтать сегодня. А ноги еще ничего. Вывод. Меньше болтаем, больше ходим. Все. Город шумит. Пока-пока. И козочки. И птички. Аист. Не смотри на меня так, коза. Что? Что ты сказала? Вот такое чудо я забрела. Аист себе ходит себе спокойненько и никого не боится.